Здравствуйте, меня зовут Юрий. Сегодня мы поговорим о котлах КТ-1Е и КТ-1ЕН от компании «Альтепцентр». Представленные модели являются современными твердотопливными котлами длительного горения. Они предназначены для использования в жилых, коммунальных и коммерческих объектах площадью до 350 квадратных метров. КПД данных котлов достигает 86%, что является достаточно высоким показателем. Диапазон используемого топлива широк. Возможно использовать уголь, дрова, топливные брикеты, отходы деревообработки. Корпус и теплообменник производится из качественной котловой стали толщиной 6 мм. Она устойчива к воздействию высоких температур и рассчитана на продолжительную эксплуатацию. Стенки котлов двойные. Промежуток между ними заполнен водой. Благодаря этому обеспечивается эффективный нагрев теплоносителя и защита котлов от перегрева. Для защиты от нерациональных теплопотерь под декоративным кожухом располагается слой изоляционного материала толщиной 50 мм. В верхней части топки располагается трехходовой теплообменник. Он имеет вид горизонтальных полок, в которых постоянно циркулирует вода. Горизонтальный теплообменник быстро нагревается, обеспечивая максимальную и эффективную теплоотдачу. Двери котлов имеют регулируемые завесы и уплотнительный шнур, гарантирующие плотное прикрывание закрытой двери к корпусу котла и, соответственно, исключают попадание дымовых газов в помещение. Уплотнительный шнур является расходным материалом. При износе его легко заменить самостоятельно. Все двери котлов термоизолированы, что препятствует теплопотерям и случайным ожогам. Зольник располагается в нижней части конструкции. Имеет две двери, внешнюю и внутреннюю. Внутренняя стальная дверь защищает внешнюю от попадания углей и нагрева. В базовой комплектации котлы КТ-1Е и КТ-1ЕН оснащены нагнетающей воздушной турбиной и автоматическим пультом управления. Эти устройства позволяют управлять режимом работы котла в автоматическом режиме, делая его максимально эффективным и одновременно экономичным. Возможна установка на котлы энергонезависимого регулятора тяги. Котлы комплектуются предохранительным клапаном, который при монтаже устанавливается на верхнюю панель. При повышенном давлении клапан автоматически открывается и давление в котле нормализуется. Рядом с клапаном может находиться механический датчик температуры. Он дублирует показания электронного термодатчика и необходим для контроля температуры теплоносителя в условиях отключения электроэнергии. В нижней части топки располагается водоохлаждаемая колосниковая решетка, на которую укладывается топливо. Решетка изготавливается из цельнотянутых бесшовных труб. Благодаря постоянному циркулирующему в них теплоносителю, колосники не прогорают и служат дополнительной теплообменной частью котла. Дымоходы на котлах имеют круглую форму. Немаловажно, что в дымоход встроен шиберт, позволяющий регулировать тягу и экономно расходовать топливо. Перейдем к особенностям каждой модели. Котел КТ-1Е изготавливается в диапазоне мощностей от 12 до 33 кВт. На левой боковине котла КТ-1Е располагаются специальные ручки для регулирования подачи воздуха. Воздух подается через форсунки, расположенные непосредственно в топке над колосниками. Такая система подачи воздуха позволяет сжигать топливо послойно в экономном режиме. Важно, что объемная топка модели КТ-1Е позволяет дольше работать на одной разовой загрузке топлива по сравнению с моделью КТ-1ЕН.
Мощностной ряд котла КТ1ЕН изменяется в диапазоне от 15 до 33 кВт. В нем нет ручек регулировки подачи воздуха, но подается стабильно 70% снизу и 30% сверху, по бокам, через форсунки, для полного сжигания вторичных газов. Стоит отметить, что на правой боковой панели модели КТ1ЕН имеется рушт. Это специальный рычаг для удобства очищения колосников от пепла и золы. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Спасибо за внимание. С вами был Юрий.